Сегодня буду тушить мясо, конкретно это говядина, да, вот такими большими кусками. С овощами здесь у нас лук, капуста, морковь, баклажан, картофель, болгарский перец, капуста. И вот в таком замечательном афганском казане. А пока я нарезаю овощи, не забудь подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Закладываем в казан в первую очередь лук, сверху мясо. Потом хорошо солим и добавляем наши любимые специи для мяса. Далее идет картофель, затем баклажаны, помидоры, перец и сверху будет капуста. Итак, мы закинули поверх мяса картофель, баклажаны, морковь. Сейчас следующий слой будет помидоры. Посмотрите, какая палитра красок. И самое главное, что это будет все тушиться, не жариться и в собственном соку. У меня уже слюни текут. Закрыли все капустой и еще слегка присолили. И теперь мы будем ставить крышку. Все, поставили крышку, затянули, проверили клапана. Все, и пойдем ставить на огонь. Перед открытием обязательно выпустили пар через вот эти клапана. Приподнимаем и выпускаем пар полностью. И потом открываем, смотрим, что получилось. Посмотрите, какое получилось мясо. Оно просто разваливается на волокна. Сейчас попробую. Оно действительно тает во рту. Я готовил 2,5 часа на очень медленном огне. А капуста, она просто шедевральная. Супер. Рекомендую. Готовьте в афганском казане. Это очень вкусно. Просто и не затратно.